Здравствуйте. Сегодня я вам хочу рассказать о одной очень интересной и редкой креветке. Шримс-медвежонок. В простонародье называется медведка. Вот таким вот образом выглядит. Некоторые из креветок содержат много икры. Икра достаточно интересная и вкусная. Разделывается тяжеловато. Панцирь плотный. Мясо имеет вкус нечто среднее между креветкой и раком. Вот такое вот мясо. Нежное, чуть сладковатое. Одни из очень интересных с точки зрения вкуса креветок. Редкие. Сайт первый.ру, поставщик номер один. Розничные оптовые цены. Заходите, покупайте. Дай покажу, пока видео осталось. Смотрите, какая у него рука. Подожди. Во.